Среди автомобилистов Хакасии в этом сезоне особо актуальна шутка «Асфальт растаял вместе со снегом». Какова же здесь доля истины, попытались понять коммунальщики. Например, только на абаканских дорогах ям и выбоин на 30% больше, чем обычно. Специалисты кивают на погоду, мол, виной всему затяжные морозы. И такая картина практически на каждой улице города. Наткнуться на ямку можно и в центре, и на окраине. Ну а пока власти определяют аварийные участки, автомобилистам впору подсчитывать, во сколько встанет ремонт подвески. Покрытие у нас на сегодняшний день очень плохое. На самом деле дороги достаточно ужасные. Не знаю, почему так происходит, но совсем плохо у нас. Ну, посмотрите, что происходит. Дорожники говорят, что претензии автомобилистов понять можно, но и война ямам на дорогах уже объявлена. Рабочие спецавтобазы ЖКХ засыпают гравийной смесью, однако это скорее полумера. Пара дней и все начинать сначала. Традиционный ямочный ремонт в Хакасии начнется не раньше, чем через месяц-полтора. Асфальтовые заводы планируются не ранее 20 апреля, поэтому... И учитывая то, что сейчас температура опять же маленько снизилась, но числа после 12-го она пойдет опять плюсовая, и у нас увеличится количество ямок намного. Стоит добавить, что проблема с дорогами не городская, а общереспубликанская. Накануне Виктор Зимин посвятил этой проблеме беседу с главой Минтранса Хакасии Александром Егоровым. В частности, в тех местах, где асфальт в неудовлетворительном состоянии, решено ограничить скорость до 40 км в час. В том числе это дамбы вокруг Абакана. Константин Кравцов, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакасия.